Женский образ в картинах Маковского представлен особенно ярко и живописно. Он был прекрасным портретистом. Им написаны портреты княгини Юсуповой, императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III и матери Николая II и многие другие. Написанные портреты собственной семьи также восхищают и передают нам атмосферу семейного тепла, любви и уюта. Вырабатывая свой собственный, изящный и эффектный стиль, Константин Маковский стал постепенно отходить от коллективных форм художественной жизни, превращаясь в маэстро с определенным кругом излюбленных тем, жанров и приемов живописи. Еще в ранние годы художник писал портреты на заказ, а вскоре превратился в модного портретиста. Портреты его работы, особенно женские и детские, портрет Софьи Владимировны Строгановой, 1864 года, Третьяковская галерея. Портреты жены художника, 1881 года, Русский музей. Семейный портрет, 1882 года, Русский музей. Портрет Орловой Давыдовой, Третьяковская галерея. Прозрачная подвижная фактура, красочность и внимание к красивому антуражу стали главными причинами небывалого успеха живописи Маковского. Крамской отмечал, что в портретных полотнах Маковского краски подобраны, словно цветы в букете. Передвижники осуждали его за подобную акибану, упрекали в потакании низменным вкусом, а сам художник слегка иронично так вспоминал об этой стороне своей деятельности. Лучшие красавицы наперебой позировали мне. Я зарабатывал громадные деньги, жил с царственной роскошью и успел написать несметное количество картин, декоративных панно, портретов, этюдов и акварелей. Константин Егорович Маковский был наиболее известным представителем академизма. Его художественное наследие огромно. Портрет графини Строгановой выполнен в эффектной романтизированной манере, несколько идеализирующей модели. С редкой виртуозностью написаны детали одежды, кружевной зонтик, листва, обрамляющая фигуру. Блестящая поверхность холста, несколько заглаженная, сверкающая живопись, выверенный рисунок делали Маковского в глазах современников творческим наследником Брюллова, чем художник чрезвычайно гордился.